Один человек задал мне вопрос относительно Библии. Правильно ли читать три разные главы или одну, но три раза прочесть? Просто для меня чтение Библии – это так щепетильно. Я ответил ему: ответь себе на вопрос, ты хочешь читать Библию или должен? Если ты должен, то ответ на твой вопрос будет «да». И тогда сказал: хочу, но я должен. Но чтобы знать Бога, Его Слово и влияние Его Слова на мою жизнь, я ему ответил: если хочешь, то чтение Слова станет частью твоей жизни. И чтение Слова – это будет утоление внутреннего голода. Он говорит: но от моего хотения сейчас мало толку. Я говорю ему: ты знаешь, самая страшная ложь – это ложь самому себе. Разберись, должен или хочешь. А Господь исправит, если ты ошибаешься. Но сделай выбор. Это как выбор между палкой или пряником по отношению к самому себе. Но я считаю, что даже после этого диалога могу сказать любому человеку, а особенно в ситуации, когда человек отступник или даже так, живет двойную жизнь. Состояние «должен» должно перерасти в состояние «хочешь». Ты должен, потому как самого себе. Твои части, дух и душа пострадали в результате деятельности плоти. И ты теперь должен читать, потому что слишком долго насиловал самую важную часть себя самого, данную как дар на время жизни на этой земле Богом. Твой дух. Ты ему обязан за все пренебрежение, чтобы через «должен» создалось новое здание души и духа в скинию Нового Завета. И тогда придет состояние «хочешь». Жажда придет, а плоть займет свое место. Она будет заниматься обслуживанием этой скинии, так как ты уже не должник плоти.